Та-дам! И вот на этой торжественной ноте мы появляемся в эфире. Митя, давайте поприветствуем всех, кто у нас подключился. Я категорически приветствую всех тех, кто сегодня вышел на связь, и в первую очередь Белоснежку, которая сегодня бросила все свои дела и с не очень довольным видом прибывает на эту пресс-конференцию. Ничего не работает, ни новая крышка телефона, ни свежий кофе. Белоснежка, может быть, кофе? Вы хотите кофе? Вы ответите нам сегодня на все вопросы или вы устали уже от них? Я думаю, что в процессе все-таки Белоснежка включится. Мы не подключим обязательно. Вот так они будут сидеть, пока она. Вот. Но на самом деле, вот это вот милейшее создание сопровождает меня уже несколько лет. Не уходите, умоляю. Послушай в 2 миллионы раз, о чем я сегодня буду говорить. И с удовольствием, друзья, отвечу на все ваши вопросы. Сделаю это максимально предельно честно. Еще раз здравствуйте. Да, вот, собственно, Митя, сразу же вопрос был одним из первых. Любите ли вы животных? Я думаю, что ответ уже очевиден. Очевиден, да. Я предлагаю немножко, может быть, рассказать про любимицу. Это американский бульдог. Ее зовут Белоснежка. Живет она у меня уже около 4,5 лет, а может быть, даже больше. Не могу сказать точно. Мне ее подарил мой замечательный друг, композитор, музыкант Алексей Романов. Вот видите, ей уже здесь не очень удобно, и она вот выходит, у нас потихонечку собака выходит из чата. Все, собака ушла. Ничего страшного. Мой хороший, прости. Да, мы тогда убираем стул. Все, Белоснежка. Собственно, прекрасное создание, очень спокойное, очень такое, я ее называю буддийское животное, потому что никогда в жизни эта собака не обижала. Лает крайне редко, при всем том, что у нее очень устрашающий вид. И некоторые люди, которые меня, честно говоря, очень сильно озадачивают, когда идут мне навстречу где-нибудь за полкилометра, просто сидит собака, которая смотрит на птичек вот так вот, не смотрит ни в какую сторону, кроме как на колыхающийся листик, и люди говорят: уберите собаку, уберите. Я говорю: слушайте, а что происходит? Просто сидит животное, никого не трогает. Ну вы же понимаете, что это за порода? Я говорю: я как раз и понимаю, что это за порода, потому что если я хозяин, я несу полную ответственность за то, что деяет мое животное. А я знаю совершенно точно, что она безобидная. И люди на скорости 300 км в час проезжают там на роликах, на велосипедах, с колясками, еще что-то. И говорит: уберите, пожалуйста, собаку. Я говорю: смотрите, она даже в вашу сторону не смотрит, вы глубоко неинтересны. Вот. И, конечно, удивительно, как люди порой бывают участливы к тому, что их совершенно не касается. Вот так вот. Так, ладно, мы с собакой тогда закончим. И вопрос такой. Вопрос у меня недавно буквально вот анонс клипа был. «Следуй за солнцем». Очень такая интересная поддержка идет в виде костюмированных героев. Да. Вот. Почему именно такой состав? Космонавт, Щелкунчик и Красная Шапочка. Расскажи, пожалуйста. Если вы внимательно смотрели видеоклип, а если вы его еще не посмотрели, то прошу обратить ваше внимание на моем официальном ресурсе mitfamil.ru, на YouTube и, конечно же, на канале Муз-ТВ, я думаю, что уже. Клип начинается с того, что я опускаю свою голову в букет с цветами. Вот. Соответственно, для чего мы нюхаем цветы? Для того, чтобы наслаждаться запахом, ароматом бутонов. Вот однажды я просто где-то, будучи в какой-то экзотической стране, понюхал цветов. Вот. Я решил, что это стало толчком. Дело в том, что я подумал о том, что именно эти люди должны появиться в моем следующем видеоклипе. И, собственно, конечно же, они. Кто еще? Пингвин. Почему пингвин? Ну, потому что
это птица, которая не летает, и она должна быть обязательно черной, поэтому мы пригласили для этой роли афроамериканца. Красная шапочка, но все устали от обычной этой немецкой красной шапочкой с этими дурацкими пирожками, она должна быть азиаткой, она обязательно должна упражняться на скакалке. Конечно же, космонавт, потому что космонавт — это наше все. Мы все в свое время хотели стать первооткрывателями. Все в детстве мальчики мечтали стать космонавтом. И, собственно, и некоторые из них даже становились. Значит, кто еще? Русалка. Русалка, ее тоже привычный образ. Она у нас не на ветвях сидит. Она у нас сидит не у берегов Балтийского, наверное, моря в Копенгагене. Да? То есть она у нас просто живет в фонтане. Вот. Естественно, что у нее есть бинокль, что она из этого фонтана никуда не может выбраться. В общем, эта бедная живет, периодически посмотрит в бинокль, кто же там, интересно, идет, кто же ее наконец оттуда вызволит. Еще один персонаж — это Щелкунчик. Но почему Щелкунчик? Потому что я вообще люблю творчество Чайковского, и, конечно, этот балет у меня не выходит из головы, и самый главный герой, этот грустный, отчаянный, к сожалению, никому не нужный, он должен был появиться в этом клипе и скрасить свое одиночество. Вот эти вот пять героев находятся в поисках автора. Вот, был такое произведение одного итальянского драматурга Гальдони. Вот. Но у меня не авторы ищут, они ищут солнце. В общем, солнце тоже присутствует в этом видеоклипе, но солнце у нас совершенно разнузданная тусовщица, которая пребывает постоянно под шофе, ровно на ногах не стоит и постоянно ищет себе приключения на одно место. В какой-то момент это солнце просто-напросто разбивает существующую реальность тем, что падает, подскальзывается, оказывается в бассейне с водой. С тех самых пор все герои оказываются в пустыне. Вот. Почему в пустыне? Ну, наверное, потому что следуй за солнцем и мечтай, сегодня мы танцуем босиком на песке. Что-то, конечно, должно было появиться в виде песка, и поскольку, конечно, вот эта вот тема с пляжами, с Баунти, вот с этим совсем таким прекрасным времяпровождением всем уже набило оскомину, то режиссер этого видеоклипа Голубков Тарас мне предложил все снимать в пустыне. Я с радостью на это согласился, потому что в пустыне снимают редко. Очень сложная локация сама. Ну, во-первых, до нее очень сложно доехать. Во-вторых, не очень сложно снимать, потому что это жарко, нету никаких условий. И, собственно, продолжая историю про видеоклип, могу сказать, что в конце концов это свое солнце нахожу я в виде Виктории Лупыревой. Но поскольку все от начала до конца это такой некий, некая фантасмагория, некая фантазия, некий сон, некий вот этот вот эфемерный вдох какой-то пыльцы, да, то через некоторое время это все пропадает, и мы просто возвращаемся в свою реальность. Да, достаточно сам по себе, может быть, ожиданный шаг, да, но то, что происходит внутри вот этого сна в летнюю ночь, наверное, да, или скажем так, сна в летний день, да, уже имеет свои вариации. Поэтому вот так вот. Не почему, просто так. Понятно, я могу только добавить, что качественный букет цветов попался. Свежий. Свежий и качественный. Дорогой. Да. Альбина Мизбахова интересуется. Добрый день, Митя, аминь. А что, во что вы верите больше всего на свете? Мне кажется, невооруженным взглядом видно, что Митя Фомин верит исключительно в чудеса. Если вообще сопоставить мою жизненную ситуацию, если сопоставить примеры моего творчества, то можно убедиться в том, что у меня абсолютно непредсказуемые и неожиданные повороты в жизни, они сродни каким-то авантюристическим изменениям, наверное, да, и лишь только чудом вот может вывести меня на какое-то правильное прямое русло, на какое-то успешное плато. Всегда верил в сказки, всегда верил в добро, всегда верил в то, что люди сами по себе являются созданиями справедливыми и разумными. И, в общем-то, продолжая верить в это до сих пор, очень верю в логику, очень верю в то, что, ну, в то, что бы ни случилось, наверное, приносит свои положительные результаты. Наверное, в этом.
Ну и продолжая тему творчества, интересуется, когда выйдет новый альбом? Боюсь отвечать на этот вопрос. Почему? Потому что все время дата отодвигается. Вот не далее, как вчера, ко мне в ночи заявился мой друг и композитор Алексей Романов, которого я сегодня уже упоминал. Вот именно он, кстати говоря, мне подарил эту собаку. И предложил мне спеть совершенно две новые песни. При всем том, что я думал, что у меня уже предопределен некий музыкальный ход, и более того, я даже знаю, что я буду петь осенью, и более того, я даже знаю, что я буду петь зимой, и более того, у меня даже половина сценариев уже написана. Но появляется Леша, который мне говорит: ты знаешь, есть такая-то песня, и открывает мне совершенно другие стороны самого же меня. Почему? Потому что Леша знает меня очень хорошо, и именно Леша стал тем человеком, который сделал меня вновь знаменитым и открыл мне второе музыкальное дыхание, и мне нету оснований ему не верить, мне нету оснований ему не доверять. И даже когда он мне показывал какие-то песни, которые вы впоследствии стали хитами, я не верил в это, но верил он. И теперь я понимаю, что все не так просто. То есть уже действительно, когда ты выходишь на некую орбиту своего собственного, вернее, видения своего собственного творчества, ты вроде как уверен в том, что будет происходить. Нет, происходит в точности, да наоборот. И я думал, что мы выпустим альбом в середине июля, а может быть и выпустим, а может быть и нет. Вот так вот, на такой позитивной ноте, да, остановимся. Я предлагаю обратить внимание на экран, у нас здесь вот такое творчество. Это Вера Иванова привлекает наше внимание своим вопросом. Было в планах у вас турне по России? Если да, то скажите, в каких городах будет концерт? Ну, если вообще вспомнить географию всех моих поездок по России, то я думаю, что не останется города, в котором бы не был Фомин. Вы спросите меня, действительно, где я не был, и вряд ли я об этом вспомню. Я не был в Магадане, я не был в Уссурийске, я не был, где еще не был, в Южно-Сахалинске. Во всех остальных городах, по-моему, я был. И, кстати говоря, слушайте, друзья, если вы вдруг сейчас в том городе, где я еще не был, пожалуйста, напишите, чтобы я хотя бы знал, где ждут. Значит, что касается вот этого тура. Да, конечно, я не буду кривить душой, для любого музыканта, для любого артиста, вообще любой тур, это некое признание его популярности и его значимости музыкальной. Да. Я жду этого момента, почему? Потому что потихоньку мои поклонники собираются, скажем так, вместе. Потихоньку они наконец-то начинают понимать, что я не просто был участником группы Hi-Fi, что все-таки я самостоятельный певец. У меня действительно уже много песен, кроме песни «Все будет хорошо», которые люди поют со мной хором на моих выступлениях. Вот. Вы знаете, я столько раз был в самых разных турах, что, наверное, время пока что-то собирать и что-то накапливать для того, чтобы смочь это отдать. Я достаточно часто выступаю, я достаточно часто гастролирую. Может быть, это не туры, но все равно меня много где ждут. Что касается тура, то мало иметь прекрасный музыкальный материал, мало иметь какую-то востребованность, узнаваемость. Да? Тут еще нужен очень крепкий бюджет. Ни для кого не секрет, что сейчас туры у серьезных артистов проходят при поддержке каких-то известных и крупных брендов. В общем-то, пускай этот бренд найдет меня, и, в общем, я уверен, что он меня найдет, и вместе мы обязательно споем и спляшем, и сделаем то, что нам обоим удобно и полезно. Ну вот вопрос сразу у нас в кассу прилетел от Инны. Она спрашивает, собираетесь ли вы посетить Таганрог, родину Чехова? Так в одном из интервью вы знали, что это ваш любимый поэт. Вот здесь вас очень любят и ждут. Писатель, не поэт. Ну, как бы поэт. Я читаю как бы отсюда, но вообще поэт? Писатель, конечно, да. Я такого не мог сказать. Значит, что касается Таганрога, это родина не только писателя Антона Павловича Чехова, по драматурга, но и известной и любимой актрисы Раневской. Более того, в этом городе я был, и был я в нем неоднократно.
Я приеду везде, куда меня позовут. Я вам скажу честно, меня легко уговорить. Вот тут же спрашивают, а что нужно сделать, чтобы вы приехали в Омск и дали концерт? Вы знаете, все очень легко. Послушайте, ребят, все, нету ничего проще. Дело в том, что на моем официальном сайте mitifamin.ru, в моем инстаграме mf_agent, есть все необходимые контакты для того, чтобы организовать встречу, например, с поклонниками или с кем бы то ни было еще. Пригласить меня на концерт, на открытый либо закрытый. Договориться об интервью, о съемках, о каком-либо сотрудничестве. Это мой менеджмент, это Golden Lock Management, с которым я работаю уже более полутора лет. И это мой пиар-агент Катя Конева, который со мной присутствует сейчас, сидит слева от меня и там что-то правит, какие-то наши очередные статьи. Я телефона наизусть не помню, но там все предельно понятно. Все есть на сайте, все контактные информации. Очень интересный вопрос прилетел от Дениса. Витя, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какой картины мира вы придерживаетесь? Вот так вот, поворот. Картины мира. Я скажу честно, я ожидал другого вопроса. Вообще, наверное, человека характеризуют совершенно разные картины, и у меня прямая ассоциация с живописными картинами, которые в самые разные моменты нашей жизни прямо пропорционально отражают наше состояние. Вот скажу вам честно, на данный момент со мной происходят какие-то катаклизмы внутренние, которые обусловлены совершенно разными стечениями обстоятельств, я не буду их комментировать. У меня такое ощущение, что у меня сейчас превалируют картины Иеронима Босха, если вы знаете, о чем я говорю. Это некий, скажем так, сборище, собрание совершенно невозможных фантастических существ. Как правило, этот голландский, по-моему, художник рисовал либо рай, либо ад, но больше второе. Но вообще-то я всегда смотрю глазами французских импрессионистов, особенно Клода Моне. Вот это вот я, это вот умиротворение, это очень, очень яркие краски, это колоритные закаты, рассвет, это там пейзажи. Вот это, скорее всего, я больше, чем все остальное. Я люблю, когда, например, всего много. А всего много на картинах, опять же, очень многих художников эпохи Ренессанса, например, у художника Снайдерса есть прекрасные картины изобилия рыбного базара, фруктов, овощей, в общем. Когда изобилие на картине, вот это твое. Это мое, да. Вот оно, вот какая картина должна быть. Ян интересуется, вопрос задает, на самом деле, строчка из песни. Убегал ли ты из дома бродить по сказочным мирам? Очень часто я убегал из дома. И более того, впервые я убежал из дома, когда мне было 20 лет. Я взял академический отпуск в медицинском институте и поехал не куда-нибудь, ребята, в соседний город, а поехал я за границу. Это был 93-й год. И, в общем-то, в то время поехать за границу было примерно такой же поступок, как просто вот сейчас улететь, например, на Луну. Вот, я провел прекрасный год, отсутствовав на родине, и вернулся обратно. Но потом я спустя 3 года уехал оттуда навсегда, приехал в Москву и стал участником группы Hi-Fi. Вот такой поворот. Да. Ангелина интересуется, скажите, что для вас самое главное в жизни? Хотелось ли вам что-нибудь в себе изменить? Постоянно я этого хочу, чтобы себе что-то изменить. Я недавно отвечал на вопрос, что постоянно занимаюсь своим самовоспитанием, и все как-то безрезультатно. Почему? Ты знаешь, потому что вообще меняется очень быстро время, меняются люди, вообще меняется все, и как бы хочется успевать за этими изменениями. Для этого нужно, по крайней мере, очень внимательно относиться к тому, что происходит внутри тебя. А в чем был вопрос? Вопрос был, хотел бы что-нибудь изменить. Изменить. Да. Вот, что же такое вот есть, что тебя не устраивает? Упал стул. Стула, собака проснулась. Ты знаешь, хочется становиться лучше. Куда уж лучше-то уже. Действительно, поэтому я остановился.
Какую самую большую глупость сделал на этой неделе? Провокационно. Какую я сделал самую большую глупость? Я надеюсь, что я ее... Вот это всегда такой вопрос, на самом деле, очень двойственный, потому что, зная себя, либо я могу что-то сделать, об этом пожалеть, что я сделал. Но если, например, я этого не сделал, то я пожалею о том, что я этого не сделал. Что даже, в общем, очень сложно мне самому с собой жить. Но суть в том, что время все расставляет на свои места. И на этой неделе, мне кажется, я сделал все правильно. Все хорошо, все сделал, все правильно сделал. Да. Скажи, пожалуйста, где обычно тебя настигают идеи для творчества? Вопрос от Даши. Самое лучшее время – это утро. Утро, когда я просыпаюсь, как правило, один, у меня есть время, и у меня есть время. Я, как правило, оказываюсь у компьютера, проверяю свои письма, и мне приходит очень много песен. И некоторые из них, правда, очень-очень редко становятся моими песнями. И когда я слышу вот те самые аккорды, те самые слова, которые мне не вызывают абсолютно никакого сомнения, я вдруг сразу представляю, чем может стать эта песня. У меня вырастают крылья, мне сразу хочется жить, я сразу же звоню ребятам, говорю: ребята, мне кажется, мы сегодня будем работать. Ну, образно, грубо говоря. А вдохновение вообще, наверное, может настигнуть где угодно. Я сегодня как раз отвечал на этот вопрос про музу, про вдохновение. Знаете, была такая Василиса Прекрасная, которая творила чудеса. И вот, значит, есть один из моих любимых анекдотов, когда он звучит следующим образом. Кудесница была Василиса, махнет правым рукавом, озеро появляется. Махнет левым рукавом озеро, по озеру лебеди плывут. А махнет еще грамм 200, еще не такие галлюцинации появляются. Вот вопрос, откуда берется вдохновение. Опять же, Даша спрашивает, второй вопрос у нее: какое место в твоей жизни занимают социальные сети и какое количество времени ты тратишь на них? Скажу честно, это стало какой-то катастрофой, просто наваждением. Почему? Потому что их стало слишком много в моей жизни, хочется уделять им меньше внимания, а поскольку практически все веду я, ну, при участии, собственно, Кати, да, то порой не остается времени даже на то, чтобы почитать книгу, и это чудовищно. То есть я себя прямо заставляю читать книги, но я читаю их настолько мало, что мне за это становится беспредельно стыдно. Вот, приходится черпать вдохновение из каких-то других источников. Очень настойчиво интересуется по поводу концерта в Губкине. Пишут, что нам очень понравилось. А как же тебе? Слушайте, мне тоже очень понравилось. Единственное, что, конечно, мы виделись вообще впервые. Я в этом городе был впервые. И у меня, к сожалению, было мало времени для того, чтобы познакомиться с моими новыми поклонниками ближе, потому что лимит времени в 40 минут для меня уже предельно мал. И я, как правило, выступаю гораздо больше, даже если вдруг нет такой необходимости, скажем так. Да? То есть я понимаю теперь Иосифа Кобзона, который выступает ровно столько, сколько его хватает, потому что песен мало. Вот. И, собственно, я остался в восторге от этого города. Город действительно очень приятный, очень чистый, очень аккуратный. Прекрасные люди, прекрасно принимали. В общем, я с удовольствием приеду туда еще раз. Вот, это вы хотели как раз услышать, поклонники, кто пишет. Еще одна из серии провокационных вопросов пролетела от Маргариты. Она спрашивает: скажи, ты любишь поесть на ночь? Или держишь диету? Чудовищно. Вы все знали. Вообще, это мой бич, могу сказать. Я очень люблю вообще, в принципе, поесть.
А поесть на ночь — это вообще святое. Не далее, как вчера. Вот приведу вам пример. Значит, приехал я вчера домой. Более того, я приехал домой и потерял ключ от своей машины. Благо, у меня была вторая, и я приехал сегодня на вторую. Ну, неважно. Значит, приехал вчера. Почему? Потому что мы встречались вчера с Алексеем Романовым, как я уже сегодня вам успел рассказать. И, значит, вспомнил о том, что у меня в холодильнике стоит кефир. Кефир на ночь — идеальная еда, потому что обезжиренный, кисломолочные там, и так далее, вот. Выпив кефир, проговорив с Лешей какие-то для меня очень важные вещи, я отправился спать. Было уже глубоко за полночь, было уже около 2 часов ночи. Значит, взял с собой в кровать какие-то там, что-то мне надо было посмотреть, какие-то сметы, чеки, какую-то ерунду. Что посмотрел это все так, отложил в сторону, думаю, нет, не хочу. Вот. И, значит, что-то меня отвлекло, и в какой-то момент я подумал, что я захотел есть. Я захотел есть, спустился на второй, на первый, знаешь, кефир, который был съеден около часа назад, не помог. Не помог. Я страшно захотел есть, вспомнил, что у меня кое-что там лежало в холодильнике, спустился. Нет, вру. Я открыл банку с маринованными огурцами. Я обожаю после кефира маринованные огурцы. Но меня это не портит вообще никаким образом. Более того, некоторые люди говорят: как, вы что, с ума сошли? Это же соль, она задерживает воду. Ни черта у меня не задерживает никакую воду. Более того, вводит еще быстрее. В общем, но суть в том, что я открыл эту банку с огурцами, она оказалась невкусной. И они казались совершенно отвратительной. Я ее отложил в сторону. Открыл холодильник и вдруг увидел, что у меня в холодильнике стоит фасоль в томатном соусе. Тоже еще один вкуснейший деликатес. Открыл, значит, эту фасоль и думаю: Митя, что ты делаешь? Ты же только что час назад выпил кефир и дал себе слово, что ты не будешь наедаться на ночь. Но вилка, но рука продолжала делать свое грязное дело. Я съел практически полбанки. В общем, потом думаю: так, хватит. Закрыл банку, поставил ее в холодильник, поднялся на второй этаж и уснул мертвецким сном. Во сколько это было? Это было в 2:30. Это даже уже не на ночь, а ночью было. Ты знаешь, ночью, это да, я не знаю, что это, я не знаю, что с чем это связано. А каким видом спорта вы занимаетесь и вообще ваш любимый спорт какой? Вообще я очень люблю водные виды спорта. Я долго занимался водным поло, будучи в школе, плаванием. Даже принимал участие в шоу, которое называется «Вышка», где я вынужден был прыгать 10-метровой высоты, и ничего, очень даже понравилось. Но на самом деле в последнее время все реже и реже плаваю. Почему? Потому что, ну, как-то вот не получается доезжать, предпочитая 50-метровые бассейны, а их в Москве не очень много. Но не суть. Вообще, как правило, я занимаюсь джоггингом и калистеником. Что это такое? Да? Вот джоггинга знаю, а вот второй... Да, калистеника – это упражнение с собственным весом. То есть... Я могу сказать, что если бы, да, я занимаюсь этим достаточно давно, просто не ставлю перед собой тех результатов, которые ставят люди, действительно очень скрупулезно подходящие к этому виду спорта. Они наращивают действительно фантастическую мускулатуру, у них идеальное строение тела. Мне, конечно, в этом плане не хватает дисциплины и не хватает режима дня, потому что, ну, что такое артисты, понимаете? Приехал, выступил ночью, поел на ночь, утром встал, поехал дальше. В общем-то, тут, конечно, в плане достижения каких-то совершенно определенных физических по характеристик ты должен беспредельно быть предан вот каким-то вот важным принципам. Для меня важно сохранять стройность и сухость фигуры. Вот. А калистеника сейчас занимает одно из ведущих мест для людей, которые исповедуют кроссфит, которые исповедуют занятия спортом и фитнесом на улице. Почему? Потому что и погода позволяет, и, в общем-то, очень много внимания уделяется вообще общей физической подготовке. В общем, я всем это советую. Спорт – это сила. Вы смотрите каких-нибудь видеоблогеров? Если да, то каких? Ребят, нет, к сожалению или к счастью, ничего не смотрю из того, что, ну, просто почему-то неинтересно. Я фильмы-то вообще редко в последнее время смотрю. Вот, видеоблогеров, мне хватает своей жизни. Самый любой блог заведу, да, и расскажу еще больше. Ну, вообще, конечно, это нужно иметь
талант привлекать внимание, будучи видеоблогером, потому что, наверное, ты должен говорить то, чего не знают и не понимают остальные. Либо это должно быть какое-то совершенно уникальное чувство юмора, и, ну, либо что-то еще. Ни того, ни другого у меня нет. Я пою песню. Андрей Блинов очень настойчиво спрашивает один и тот же вопрос. Скажите, пожалуйста, поддержите ли вы отношения с певцом Шурой? И хотели ли бы вы, чтобы Павел Есенин написал сольную песню? Мне? Да. Ну, с Александром Медведевым мы давно не общались. Я давно его не видел. Вот. А что касается Павла Есенина, то Паша замечательный композитор, который написал, ну, для группы Hi-Fi и для очень многих наших отечественных исполнителей просто фантастические песни, которые у людей остались в их сердцах и вообще в истории. Жаль, очень жаль, что Есенин больше не пишет для группы Hi-Fi, все-таки являясь еще по существу частью этой группы. Вот. И более того, и не пишет остальным исполнителем песен, а ведь мог. Ведь мог, почему? Потому что Пашин талант не прошел и вряд ли пройдет. Паша неиссякаемый композитор, и композитор все равно актуальный и современный. Вот. И более того, я могу сказать, что не понаслышке я знаю, что у Павла есть песни, которые наверняка, я очень сильно на это надеюсь, прозвучат в чем-нибудь исполнении. Для меня, конечно, это большая, скажем так, это боль и в некоторой степени трагедия. Почему? Потому что мы никак не можем найти точки соприкосновения с менеджментом группы Hi-Fi, которая, ну, не хочет при всем, например, моем желании объединиться на какое-то время для того, чтобы, например, отыграть не несколько юбилейных концертов. При всем том, что люди помнят, знают и хотят видеть группу в прежнем составе, люди знают песни, они по ним скучают. Уже 6 лет, как 7, наверное, как я не появляюсь в составе этой группы, и мы совершенно уже живем абсолютно автономной друг от друга жизнью. Вот. Более того, группа Hi-Fi никогда больше не стала трио. Она теперь дуэт. Ребята по-прежнему поют старые известные хиты, обладая всеми правами, физическими и юридическими на эти песни. Более того, естественно, за ними осталось название. Вот. Но моя сольная деятельность и их автономная прежняя групповая, скажем так, деятельность, они никак не мешали бы тому, что если бы мы вдруг объединились на какое-то время, но по странному стечению обстоятельств, которые я не могу регулировать, мы не несколько раз садились за стол переговоров, но, увы, ничего не происходило. То есть мы практически уже были на пороге объявления этой новости, потому что группа Hi-Fi собирается ради там юбилейных 30 концертов, и больше потом не будет ничего именно в золотом составе. Вот. Но понимаете, это выше моего понимания, это выше моих каких-то логических измышлений. Я не могу, вернее, я могу понять, что происходит. У меня даже, видите, упал цветок от этой новости. Но я так понимаю, что всему свое время. А у Паши, почему я об этом говорю? Потому что когда я уже приходил и записывал старые песни, скажем так, в новой интерпретации, мне Паш показывал свои песни, сумасшедшие песни, которые актуальны до сих пор. Но одну из них должен был спеть я, ладно, не я, но хотя бы кто-то же это должен сделать, потому что Паша прекрасный композитор. Хорошо, этот вопрос касаться не будем больше, это достаточно исчерпывающе. Поговорим немножко про премию Муз-ТВ, которая у нас будет уже совсем-совсем-совсем скоро. Вот Станислав спрашивает, в каком образе появишься на премии? Даже не знаю, что ответить, в образе. Это в образе, надо сказать, наверное. Ну, вообще, ребят, не в правилах артистов, наверное, раскрывать всех карт и говорить, чего они будут делать, потому что артисты, они такие люди, они сегодня скажут, а завтра забудут. Это раз. Во-вторых, образы меняются, меняется настроение, меняется погода, в конце концов. Знаете, скажешь, придешь в одном
Значит, а получится прийти совершенно. А получится вообще не прийти, например. Да? Не, ну я-то приду в любом случае. Вот. Значит, что я хочу сказать? Ждите, ждите. Артисты должны, скажем так, они должны удивлять, вдохновлять или огорчать. Зато они артисты. Сразу такой дополнительный вопрос. А за кого очень сильно болеешь? Ты знаешь, мне стоило посмотреть, как, конечно, ранги и табели, но до сих пор этого не сделал. Я так предполагаю, что все-таки, наверное, где-то наши мнения, они конгруентны. Uh-huh. И я бы с удовольствием отдал бы свой голос за группу «Ленинград». Потому что она достойна в этом году, наконец-то она появилась, и действительно, мы можем дать все, что угодно, и песню, и группу, и рок-группу, там, и клип, все что угодно, да, наверное. Я бы проголосовал за Василия Басту, потому что он жжет глаголом, и действительно, он делает это очень, очень честно и очень безапелляционно, так, прямо. Вот чего не хватает, к сожалению, рок-исполнителям, не хватает вот этой живости и не хватает актуальности. И, в общем-то, я считаю, что вот тот социальную направленность, которой раньше внесла рок-музыка, все-таки сейчас взвалил на себя рэп и русский рэп, который не стесняется ни выражений, ни проблем, ни мнений, ничего. И, в общем-то, где-то для меня рок-музыка, она погасла, потому что она перестала быть остро социальной и актуальной. Вот. Я бы очень сильно ратовал за группу Айова, потому что они очень живые, очень непосредственные, очень музыкальные и очень неожиданно правильно стримовые, наверное, да. Я бы... Кому я дал? Я бы дал... А кто еще есть? Есть и Тимати, и Мин, и Егор Крид, и группа Пицца. Очень много-много-много-много в этом году заявлено. Ну, я могу сказать, что, естественно, Black Star заслуживает одной какой-то большой награды, потому что, действительно, этот лейбл эволюционирует во времени и в пространстве, и то, какое количество артистов они выпускают на гора, действительно, стоит сказать, респект, если снять шляпу, потому что ребята действительно завоевывают рынок, это важно. Я за то, чтобы музыка продавалась, я за то, чтобы она шла, так сказать, в народ и становилась историей. Это происходит, совершенно очевидно. Вот. Что касается Пиццы, ну, прекрасный новый романтик с таким очень нежным отношением к действительности, к любви, к привязанности. Тоже поэт, да, своего рода. В общем, знаете, проблема в том, что хочется, чтобы действительно вообще любая музыкальная премия была очень адекватной и актуальной, чтобы действительно получали, чтобы участвовали те, кто понимает толк в музыке и кто действительно голосует. Потому что исполнители пишут музыку, ну, как бы не для себя, да, то есть они делятся тем, что у них внутри. То есть это некая точка зрения, которую либо разделяют, либо не разделяют. Вот, и вот хочется, чтобы те люди, которые разделяют эту точку зрения, чтобы они голосовали действительно за любимого исполнителя, чтобы он получал по заслугам или там не получал. Да. Ну потому что вы не понимаете, какое количество бессонных ночей, кропотливого труда, нервов, звонков, передвижения по Москве. Там ссор, ругани там, и так далее происходит до того, как песня увидит вообще свет и как ее услышат все те, для кого она готовилась. Поэтому как бы вот хочется, знаете, справедливости. Все-таки, понимаете, жизнь, я понимаю, что жизнь не про это, что жизнь очень сильно коммерциализирована, да, и мы живем в совершенно такой век потребительского отношения друг к другу, что мы все очень где-то слишком заточены там, да, на какой-то результат, но хочется, чтобы музыка оставалась все-таки музыкой, да, чтобы она несла свою какую-то вот эту квантовую, совершенно независимую энергию и находила свои сердца. Только вне политики, вне времени, вне пространства. Но музыка не может быть вне политики, ребят. Понимаете, вот здесь, конечно, нужно очень четко регламентировать, как бы либо, ну, то есть либо мы
честны от начала до конца, да, либо мы начинаем играть, понимаете, играть в маски. Что, к сожалению, пока до сих пор и в шоу-бизнесе, и в поп-музыке, к сожалению, является нормой жизни. Да? И мы не будем сейчас вот эти все темы затрагивать, да, но как бы хочется, чтобы это было по чесноку все. Ладно, немножко передохнем от около музыкальной темы, отвлечемся на другие страны. Да. Спрашивают, где ты любишь отдыхать, и есть ли у тебя любимая страна, и почему именно эта страна? Я обычно люблю бывать там, где я не был. Я много где не был. Но в последнее время так много путешествовал, что я, честно говоря, мне хочется остаться в Москве и заниматься своими текущими вопросами. Вот. Где я люблю бывать? Ну да, любимая страна, наверное, наверняка есть, куда, может быть, чаще всего ездишь или, может, проще всего съездить, я не знаю, по каким принципам. Мне кажется, сейчас просто съездить вообще везде. Ближе всего находится Европа, я думаю, что в Европу... Мне нравится везде в Европе, потому что она как бы знакомая, она любимая, в ней понятно, в ней приятно, в ней можно разговаривать на языке, на котором я могу говорить. На многих там языках, да, ну, грубо говоря. Я думаю, что вот если так абстрагироваться всего, что, наверное, все-таки Великобритания, которая до сих пор все-таки не теряет лица и не теряет традиции, и несет богатейшую культуру и богатейшие традиции, которые хочется узнавать, и ты понимаешь, почему эта страна до сих пор остается Великой империей. Великобритания, да. Великобритания. Вот тут такой вопрос интересный прилетел. От Анны. Читала, что вы по образованию врач-педиатр. Да. Вы, наверное, очень любите детей? Я люблю их есть. На самом деле вопрос действительно так странно задан, но... Ну, я не могу не любить детей, потому что дети – это прекрасно. Дети – это дети. Дети – это же вот, ну, это все мы были детьми, и ты понимаешь, в каком совершенно таком счастливом неведении ты находишься, пока ты остаешься ребенком. И я всегда на каждом своем концерте говорю о том, что оставаться ребенком, вне зависимости от своего биологического возраста, это очень важный и нужный аспект. Почему? Потому что мы всегда успеваем вырасти, мы всегда успеваем повзрослеть, стать циничными, жесткими, несправедливыми там, и так далее, да? Все какие-то эпитеты со знаком минус. Вот. Ребенка ничего этого нету. Ничего нету по одной простой своей причине. У него открытое непосредственное сердце. Вот я говорю про сердце именно... Понятно, что они все такие вот очень милые, очень малепусенькие, там, и хочется там, их взять, и обогреть, и прижать, и защитить, там, и заботиться, да, это все здорово. Но это происходит лишь только потому, что помимо своего вот этого физического, такого ангелоподобного образа, у них, конечно, совершенно не похожее на взрослых сердце. И мы все так его хотим понять и вернуться в это состояние, что люди все равно заводят детей. Вот. Какие языки знаете и какой хотели бы изучить, если не знаете? Вообще бы я хотел многие языки изучить. Я более-менее силен в европейских языках. Я прекрасно говорю на английском языке, я неплохо говорю на итальянском. Я понимаю немецкий, который я учил в школе, и отчасти французский. Вот. Не могу ничего сказать ни на тюркских языках, ни на азиатских, к сожалению. Мы уже затрагивали вопрос про литературу. Ты сказал, что, к сожалению, не получается много читать. Вот. А, так или иначе, наверняка же была возможность ознакомиться с зарубежной литературой. Вот спрашиваю как раз, как относитесь к зарубежной литературе? К зарубежной? Да. С превеликим уважением и питьем. Было бы странно сказать что-то иное, правда? Нет, терпеть не могу, тут все просто. Мы уже опять же затрагивали вопрос начала карьеры именно в группе, а до этого вот какой-то опыт был, с чего вот именно началась именно вот музыкальная карьера? Я думаю, что с музыкальной школы началась моя музыкальная карьера. Мои первые опыты это было выступление на экзаменах. Я вынужден был сдавать специальность,
Это был фортепиано, инструмент фортепиано, и мы, и я много репетировал, ну и в принципе мне неплохо что-либо получалось, но я терпеть не мог этюды, я их просто на дух не переносил, потому что все, что было связано с техникой, у меня получилось совершенно отвратительно. И когда я выходил в актовый зал, когда внизу сидели преподаватели, родители, там было немного людей, но у меня был адский совершенно мандраж, я не попадал ни в одну клавишу, то есть у меня такое ощущение, что у меня руками просто вот так колбасили, брали вот две руки, как мухобойки, вот так вот по клавишам дубасили, то есть это было вообще, на мой взгляд, совершенно адская какофония, но удивительно другое, что мне ставили положительные оценки, и а мне мама говорила: Мить, ну вот потому что ты очень эмоционально играешь. То есть, знаете, есть такой анекдот, когда секретарша приходит устраиваться к начальнику, значит, и ей говорит: вы знаете, у нас очень высокие требования к референтам, секретарям. Вы должны знать вообще все операционные системы, вы должны знать несколько языков, вы должны знать этикет, обращение, в общем, вы должны знать несколько способов приготовить кофе, если вдруг я сломал кофемашину, и вы должны печатать со скоростью там 300 знаков там, не знаю, в минуту. Она говорит: ребят, я печатаю, ну я все это умею, то что я знаю, я печатаю 2000. Как так получается? Как? А что? Каким образом? Где вы, ну как? Что вы? Что в итоге? Как? Что, как какой результат? Сколько страниц потом получается? Вы знаете? Не знаю как, но такая херня получается. Это серия, мне кажется, я играл точно так же. Ясно. Понятно. Получается, ну, то есть точнее как, играю, но что? Нет, я играл, кстати говоря, потом в итоге неплохо. Неплохо, да. Нам предлагают представить, что была возможность попасть в Средневековье. И что бы ты хотел сказать людям того времени? Что передать и чему научить? Может рассказать о будущем или дать какие-то советы? История не знает сослагательного наклонения. Мне кажется, люди сами знают все прекрасно, и таких чудес не бывает. Кто я такой, чтобы отправляться в прошлое и говорить им о том, чего им не сделать? Нет, вообще все сделано, мне кажется, за меня и за нас. Потому что посмотрите, как к какому прогрессу пришло человечество. Да? Мы с вами сейчас сидим, друг на друге, друг с другом общаемся, и еще не несколько тысяч человек видят нас в разных точках земного шара, и это происходит совершенно, совершенно спонтанным образом. Мне нечего сказать моим предкам, вы сделали все правильно. Спасибо, я живу сейчас в хорошем мире, да? Да. Ну и последний вопрос, у нас уже время подходит к концу. Есть ли у вас мечта? Спрашивает. Не занимался, должна быть мечта, и он должен их все время аккумулировать и должен их реализовывать, потому что человек без мечты — человек без будущего. Человек, у которого не сбываются мечты, тоже не, он должен что-то в себе менять, потому что так очень сложно жить. У меня есть мечта, которую я не хочу озвучивать, потому что я отчасти суеверен. Вот. И однажды просто есть такая фраза, как значение которой я не совсем понимаю, но тем не менее мысль, однажды высказанная, облеченная в слова, теряет свой смысл. Вот я не хочу, чтобы моя мечта потеряла свой смысл. Поэтому попрощаемся с поклонниками, со всеми зрителями нашими, которые сейчас смотрят прямую трансляцию. Друзья, спасибо огромное сегодня за ваше внимание. Я могу вам сказать, что сегодня я был очень честен перед вами и, может быть, даже где-то хмур и не весел. Вот. Но лишь только потому, что, наверное, лейтмотивом моего сегодняшнего монолога была честность. Вот. Честность во всем, что вы делаете, поэтому всегда можно соврать, слукавить, сделать еще что-то, что, может быть, выставит вас в лучшем свете, но, поверьте, время все расставляет на свои места и ставит точки над «и». Поэтому лучше это сделать раньше, чем потом. Одна из моих любимых фраз сейчас:
наверное, лучше поздно, чем как тогда. Все, прощаемся, пока-пока. Счастливо.